Друзья, привет! Здравствуйте! Я ваша учительница по английскому Ира. И сегодня мы проходим Present Continuous. И это проще, чем Present Simple, потому что меньше вариаций. Present Continuous – это то, что происходит прямо сейчас. I'm talking right now. I'm talking right now. I'm talking. I am talking. Я говорю. Образуется очень легко am и ing на конце, ing любого глагола. То есть, если я скажу, я в целом я говорю I talk, I talk. А если я говорю прямо сейчас, I am talking, I am talking. Любой глагол с ing. I am writing, I am writing right now, I am writing. I am doing the lesson. Я делаю этот урок. I am doing the lesson. I am filming the video at the same time. В то же самое время я снимаю видео. I am filming. Вот эта камера стоит. I am filming the video at the same time. Ключевые слова, чтобы опознать это время. Это now, at the moment. Now, сейчас, at the moment, в этот самый момент. At the moment, at the same time. Может быть, да, в то же самое время. I'm writing, I'm doing the lesson, I'm filming the video, I'm writing on the board, I'm talking. Я... Все, что происходит прямо сейчас. Это время также употребляется, когда вы видите картинку и рассказываете, кто на этой фотографии. Он стоит, он сидит, he is standing, she is sitting, they are... They are hugging each other, они обнимаются. Вот именно что происходит в этот момент. Если даже этой фотографии 100 лет, она в прошлом веке сделана, да? They are hugging each other. На этой фотографии они, у них процесс идет. Они обнимаются сейчас. Хотя это было в 1815 году снята карточка. They are hugging each other. Или в 1915, но неважно, когда была фотография. Или картина, это может быть картина, не знаю, Давид. He is standing. Это могло происходить очень много-много лет назад. Но именно мы говорим об этом как о действии вот сейчас происходящем. Не очень сложное это время, вообще не сложное. Вообще английский, он простой язык. I am doing dishes, например. Я мою посуду. А я делаю посуду, так они говорят. Doing dishes. You are doing yoga, например. Вы занимаетесь йогой. Я могу так сказать, когда вы это делаете прямо сейчас. Не смотрите урок, а или смотрите урок, и at the same time you are doing yoga. Например, вы сейчас стоите в позе собака мордой вниз, и you are doing yoga at the same time as watching this lesson. You are watching. You are watching this lesson. Вы смотрите этот урок, and you are doing yoga. А если вы, в принципе, занимаетесь йогой, то я скажу you do yoga. Без are, а просто you. Вот так вот, если я закрою здесь, и просто я закрою здесь, будет you do yoga. А если это происходит прямо сейчас, то you are doing yoga. We are going out. Мы идем, ну, going out – это идти в свет куда-то, не обязательно на улицу, это может быть в ресторан или в кино или еще куда-то. We are going out. Может быть, это на свидание. We are going out. We are going out. Это даже не обязательно будет, что мы прямо сию секунду идем out, а в принципе, что мы собрались, допустим, tonight. We are going out tonight. Именно когда речь идет о настоящем времени, вот что происходит прямо сейчас, they are eating, например, они едят, they are eating soup, they are eating soup, они сейчас едят суп, прямо сейчас они вот сидят и едят ложками суп, they are eating soup right now, they are eating soup. Now можно сказать, а можно сказать right now, прямо сейчас. Right now, прямо сейчас.
They are eating soup right now. Они прямо сейчас едят суп. He is drinking tea. He is drinking tea. Он пьет чай. He is или she is, он или она, drinking tea. Тут можно, не обязательно будет местоимение. Можно поставить имя. Michael is drinking tea right now. Это может быть предмет. Что-то в единственном числе. It is working. It is writing. The marker is drying out. Высыхает. Фломастер немножко высыхает. The marker is drying out a little. The marker is working good. Я могу сказать, it works good. Просто он в принципе работает неплохо, хорошо. А можно сказать, что прямо сейчас он работает хорошо. It is working good. I am doing, you are doing. Не обязательно doing, это может быть любой глагол. You are writing, you are listening, you are watching. I'm fixing my hair. I'm fixing, я поправляю свои волосы. I'm fixing my hair. Вот прямо сейчас, вот именно прямо сейчас. Я это не до урока сделала, не после, а вот прямо сейчас вот I'm fixing my hair. Управляю волосы. I'm fixing my shirt. I'm touching my hand. I'm touching my hand. They are swimming. Они плавают. They are swimming. They are swimming. Right now. Они прямо сейчас плавают. Не то чтобы они вообще в принципе плавают, умеют плавать, а именно вот прямо сейчас they are swimming. Это часто бывает, когда, допустим, по телефону звонишь. Вот это время часто употребляется. Можно позвать такого-то там человека. He is busy right now. He is talking on the other line, например. Он говорит по другой линии. He's talking on the other line. Я звоню по телефону, говорю, можно мне попросить там человека, Джона Смита, к телефону. Он говорит, John Smith is talking on the other line. John Smith разговаривает по другой линии. He is talking on the other line. То есть в этот момент, когда я позвонила по телефону, John Smith was talking on the other line. He is talking on the other line. Он говорил по другой линии. Как мы задаем вопрос? Да, может быть, вы помните наш трюк, как мы задаем вопрос? I am talking. Как я спрошу? Я говорю. I am talking. Вот видите, мы видим это наше ing окончание и am. I am talking. Еще момент, когда вы говорите talking, вот это окончание ing, не нужно произносить ing, вот это не нужно, а чтобы оно как бы звучало одним звуком, оно такое talking. I am talking. Как я спрошу? Помните наш финт ушами, когда I am talking? Меняем местами, что у нас получается? Am I talking? Я сама себя могу спросить. Am I talking? Я говорю. Am I listening? Я слушаю. Am I writing? Я пишу. Вопрос всегда задается вот таким макаром. Просто меняются. I am talking. I am doing. Am I doing? Am I talking? You are doing yoga. Давайте спросим. Вы делаете йогу прямо сейчас? Are you doing yoga right now? Вот этот вопрос, он подразумевает именно обращение к этому моменту. Это вы вот прямо сейчас делаете? Are you listening? Are you listening? Или вы уже спите? Or are you sleeping? Are you sleeping? Вы там заснули уже? Are you sleeping? Or are you listening? Are you
learning something? Вы что-то узнаете новое для себя? Are you learning something new? Are you? You are you? Мы меняем местами. Мы идем на свидание сегодня с вами, да? Вы не забыли? We are going out. Давайте спросим. Уточнить надо, мне одеваться вообще или как? Ботинки одевать свои? А на это самое, задом наперед. Are we going out? Are we going out tonight? Мы идем out с вами сегодня. Out – это как на свидание, просто куда-то в ресторан или еще куда-то пройтись. Are we going out? Мы спрашиваем, да? Are we going out? Они едят суп. Они едят суп? Или, может быть, они плюются, там сидят, и овощи, это самые, из тарелки выплевывают. Давайте спросим, они едят суп? Очень важен порядок слов. То есть мы всегда начинаем вот с этого вопроса. Are they, они, а дальше уже, что мы хотим спросить, eating soup? Are they eating soup? Are they eating soup? Or are they playing with the food? Или они играют с едой, балуются там, сидят. Or are they playing with the food? Или они там балуются с едой, играют. Он пьет чай. Он пьет чай? Или, может быть, ему сахар нужен? Давайте спросим. He is drinking tea. Давайте зададим вопрос. Is he drinking tea? 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 Он пьет чай. Или, может быть, ему не нравится чай, ему нужен кофе. Is he drinking tea? Is he drinking tea? В слове he старайтесь, чтобы вот эти связки не смыкались на букве he, а как выдох она звучала. Is he, оно даже практически как he-то и не звучит. Is he, оно как, она не звучит как he. Is he drinking tea? Is he drinking tea? Is he drinking tea? Is he drinking tea? Вот видите, вопрос задавать довольно-таки просто. Если знаешь эту схему, структура понятна, что вот I am doing, am I doing? You are doing, are you doing? Это вопрос, да? Мы делаем просто, меняем местами. Are you doing? Are you going? Are you making? Are you eating? Are you drinking? Are you thinking? What are you thinking about? О чем вы думаете? What are you thinking about? You're supposed to be listening. Вы должны слушать, что учительница говорит. А? What are you thinking about? What are you thinking about? Are you listening to me? Вы слушаете меня? Are you listening to me? Нет, вы не слушаете. Ну, давайте скажем отрицание. Нет, давайте скажем так. Вы не делаете йогу, а вы слушаете Иру. You are... Здесь мы ставим not doing yoga. You are not doing yoga. You aren't... И это мы можем сократить. You are not... Сокращается как you aren't. You aren't. You aren't. You aren't doing yoga. You are listening to the lesson. Вы слушаете урок. Вы не делаете сейчас йогу. Вы... You aren't doing yoga. You are
listening to the lesson. Вы не делаете йогу, вы слушаете урок. Хороший человек. We are going out. Давайте скажем, мы не идем out. We aren't. We aren't going out. We aren't going out. We aren't going out. Are we going out tonight? No, we aren't going out tonight. We aren't going out tonight. They are eating soup. Are they eating soup? Теперь скажите, они не едят суп, они балуются. They aren't. 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 Are not. Сокращается до aren't. They aren't eating soup. They aren't eating soup. He is drinking tea. Is he drinking tea? No, he is not. Скажите мне, он не пьет чай. He is... Вот это not. Отрицание. Частичка отрицания not. No, he is not. He is not drinking tea. He is not drinking tea. He is not. Или he isn't. Или he isn't. He isn't drinking tea. He isn't drinking tea. He asks Coca-Cola. Он просит Coca-Cola вместо чая. He isn't drinking tea. He isn't drinking tea. Когда задается вопрос, как на него отвечается? Всегда нужно слушать тот вопрос, который вам задали. И очень просто в самом вопросе содержится подсказка, как давать ответ. Например, я вас спрашиваю. Are you doing yoga? Are you doing yoga? Ну, не вообще, а прямо сейчас. Are you doing yoga right now? А когда вы отвечаете же про себя, я же про вас спрашиваю. Вы говорите, no, I am not, если вы не делаете йогу. No, I am not. No, I am... Вот так сокращается. I am и not. Например, если вы хотите сказать no, I am not. Вы говорите no, I am not. Если я вас спрашиваю are you, вы говорите no, I am not. Are you drinking tea? No, I am not. Are you listening to the music? Are you going out? No, I am not. Помощники мне понадобятся. Are you drinking tea? No, I am not. Are you going out? No, I am not. Are you eating soup? No, I am not. Are you listening to Ira's lesson? Yes, I am. Good. Are we going out tonight? I don't know. I don't know. Are we going out tonight? Yes, we are. Yes, we are. Вот он спрашивает, are we? Он отвечает, yes, we are. Yes, we are. We are. Yes, we are. Are you standing? No, I am not. Are you lying? No, I am not. Are you hanging? No, I am not. Are you sitting? Yes, I am. Он спрашивает, are you standing? Ты стоишь? No, I am not. Are you hanging? Ты висишь? No, I am not.
Are you lying? No. Ты лежишь? No, I am not. Are you sitting? Yes, I am. Ты сидишь? Да. Are you sitting? Yes, I am. They are hugging each other. 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 They love each other. Про love мы скажем просто в present simple, потому что это в принципе, в целом они любят друг друга. And, но в этот момент they are hugging. В этот момент они обнимаются. They are hugging each other. They are hugging. Они сейчас обнимаются, потому что они because they love each other. Потому что они любят друг друга. Because they love each other. They are kissing. Kissing each other because they love each other. Oh. До встречи на следующем уроке.